Перед вами один из мастодонтов надежности, когда автомобиль проектировали и рассчитывали инженеры, а не маркетологи. Пробег на нем 426 тысяч километров. Пойдемте-ка посмотрим, что случилось с турбиной за это время. В принципе, картридж нормальный. Да, небольшой люфт имеется. Да, турбина-то у нас, по-моему, не текла. Но единственное, за 400 тысяч, видите, как съела крыльчатку у колеса. И были даже какие-то пролеты в нее. Но она, тем не менее, работала. Но единственное, что не выдержала, это горячая часть турбокомпрессора. Да? Трещины на седле клапана Вестгейта. Видите? А так, в принципе, все ничего. И турбина-то оригинальная, Mitsubishi. А после пескоструя у нас детали выглядят практически как новые. Вот, как пример, с этой же турбины вакуумный актуатор. Он, кстати, исправен.